бесконечное разнообразие. И это старье. Не, крутой трек, крутой трек. А это ремикс, да, вот отстань. Ладно. Сани опять нет, и многие спрашивают, что с ним случилось. Я не могу вам говорить, что с ним случилось, но мы все будем очень надеяться, что он появится до Нового года хотя бы на одной тренинге. Будем рассчитывать на это. А сегодня новая тренировочная программочка. Тренировочка Джеймса Бонда. И почему у меня опять садится батарея, я хрен его знает. Но суть в том, что делал сначала разминку, подтягивание узким хватом. 30-60 и 100% от максимума, потом 60-30. И это чисто разминка. Тренировка у нас будет сегодня на спину и на грудь. Все как у Джеймса Бонда. Пресс качать не будет. Хочу попробовать ту штуку, которую увидел. Какую? Что делает? Кто? Почти. Будем объяснять колену, как отжиматься с дополнительным весом на брусе. Итак, смотри, ты встаешь в упор на брусе. Ну, только встань в центр. Стой, в центре. Смотри, ты стоишь в упор и подгибаешь ноги. Ну, понял, да? Пойдем. Ты как бы берешь его вот, обхватываешь, не за шею. Нет. Где? Вот так вот. Я не удержусь. Ну, тебе надо удержаться. Ну, нет, менее желательно. Не разогнет руку. А ты ноги еще, он согнет ноги, и ты поставишь ему ноги на ноги. Ну, и тебе тоже тренировка, хвата. Где это? Давай на ту встань. Давай, становись в упор. Не выпнешь. Я можно так, чтобы я... Во, куда падаешь-то? По-моему, колено тяжело. Естественно, ты не вытянешь! Да! Вы это слышали? Он не вытянет! Прикол-то, а! А ты серьезно думал, у тебя получится? Да, я думал, это произошло, как тогда я тебе гантелью кинул. Хлоп и вниз! Да, этот дурак мне гирю кинул 16 килограммов. Когда? Дурак. Ты сильно, конечно, упала сначала, просто вот так вот было. Здравствуйте, Антон. Да. Мы сделали разминочные подтягивания, но сейчас узкий хват. Я не говорил, что снизу, кстати. Ну, мы чуть-чуть разнообразить наши воркаут-тренировки. Сейчас пойдем делать разминочные на брусьях, наверное, плавно перерастут в более... мощную тренировку по брусьям. А ты мог бы подкорректировать парня? Подсказал, так, я ему подсказал с отжиманиями. А на брусьях? Ну, все должны пройти тренировку Коли. Все должны пройти тренировку Коли. Все так начинали. Да. Я нет. Второе упражнение. Огонь, воду и Колю. И медную Колю. Ну, слушай, что это у меня буль-буль? Что за буль-буль? Кальянную открыли. Что это за буль-буль? У вас на чем? Ну, мы же говорим, сегодня у нас туса, ребята. Тусим. Ладно, на брусьях. На брусьях, наверное, не будем жестить. Сегодня по мелочи. 10, 20, 30, 40, 50, 40, 30, 20, 10. Потому что что-то... Что-то после турника не хочется поднимать как-то количество. Реально холода, тяжело дышать. И да, и на самом деле, вот лично я уже занимаюсь 40 минут. Но это нам нужно уложиться где-то в полтора-два часа. Да? Значит, замерзнем. А, замерзнем? Ох, ешь. Замерзнем! У нас были веселые и было много разговоров. Теперь мало разговоров и много тренингов. И это скучно. У нас одна дорога. А ты когда-нибудь видел карту Канады? Там реально там вот все города типа с восточного побережья и такая длинная-длинная дорога вдоль границы с Америкой и Ванкувер.
То есть, ну, вот так, знаешь, типа, Торонто такой, и одна. Вся остальная часть — это леса, блин, там, пумы. Ну, да, именно поэтому над ними стебутся так. Слушай, ну, там население, как бы, как во Франции. Просто канадцы для американцев — это все равно, что для нас чукча. Ну, да, да. Как австрийцы немцев. Племя. Быть. А Коля как бы отстает, да, чуть-чуть? Да, ты должен быть ниже половины чуть-чуть уже, Коля. 20 секунд осталось. 15. Итак, мы сделали первое упражнение — отжимания на брусьях. И теперь переходим на второе упражнение. Это отжимания узким хватом от скамейки. 10 подходов, 10 повторений, отдых 2-3 минуты между подходами. В том, что сейчас становится холодно, и отдыхать особо между подходами не получается, поэтому нужно сделать меньше, но чаще и оставаться в тепле. Вот какой-то такой план нашей тренировки. Вот такая вот тренировочка сегодня вышла. Разминка и два упражнения. Кто-то скажет, что тренировочка не очень зрелищная. Но, ребят, вы фильм о Бонде видели? Какой фильм, такая тренировочка. Хотите, сходите, посмотрите. Ну, а мы ждем всех в Нескучном саду. Каждые выходные расписали на сайте Workout.su. Приходите по треням, может, предложить что-нибудь интереснее. До встречи в следующих видео. Ставьте лайки, пишите комменты, делитесь видео с друзьями. И будьте клевыми, занимайтесь воркаутом. Пока. И пишите, куда сходить можно. Нужные варианты, куда можно сходить в Москве вечером в субботу. Потому что самого мозгов не хватает. Жду от вас предложений. Спасибо. Если есть еще с кем сходить, то пожалуйста. Где водичка? Хочу еще водичку. У меня кончилось. И чай, да? Давай сейчас я достану воду, нальем тебе. Чаю. Да ты можешь и так пить, никто не увидит, что ты пьешь, а там нет воды. Да. Вот услышат, да. Это факт. Но не увидят. В последнем видосе все запикали. Я знаю этого парня. Вот. Давай наливай. Поговорим. Я знаю вот этого парня. Вот этого парня я, ну, слабо знаю. А вот это вроде я был когда. Да мы тоже этого парня знаем. Вроде, да. Вот заметьте, как он похудел. Да.